Добрый день, все собравшиеся мои коллеги. Почему коллеги, вы думаете? Ну, потому что вы хотите счастья. Я хочу помочь вам в том, чтобы у вас получилось, чтобы исполнилось ваше желание во взаимной любви, тяги друг к другу. Перспективности ваших отношений именно к ЗАГСу и даже после замужества отношений в любви, в радости, какие-то планы вместе там строить, вместе осуществлять в очень хорошем настроении. Почему? Потому что любовь, потому что чувство. Вот по этой причине мы с вами и коллеги. Как бы вы хотите, и я, в общем, хочу того же для вас, как, впрочем, и для себя. Все люди достойны быть счастливыми. Все люди, в общем-то, и рождены стать счастливыми, радостными, востребованными, дарующими любовь. Вот я скажу вам, какая цель у меня на этот вебинар. Цель, в общем, дать вам технично, что ли, поработать с вами, то есть техниками НЛП, которых, конечно, будут внушения. А что такое внушение? Я вам скажу так, внушение – это такой, что ли, подход определенный. Ну, например, нам всем вообще с детства внушали, что, например, там, умываться обязательно, руки мыть обязательно, правда? Хотя некоторые люди, которые живут там, где вообще нет воды, они не моют руки, и все с ними в порядке, потому что им внушили, наоборот, экономить воду. Ну, в общем, вот я вам привела такой самый элементарный пример. Ну, если мы живем все, скажем так, в обилии этих внушений, данных нам с детства, то почему бы не принять те внушения, которые полезны? Потому что они же для вашего счастья. Они для того, чтобы вы наконец-то стали счастливыми людьми. Людьми, которых любят, которых любите вы. Итак, внушение, я уже вам сказала, что это такое, я ставлю для себя цель. Заложить ваше подсознание счастье в любви с мужчиной или женщиной. И это для тех мужчин, которые здесь. Дальше. Что еще сделать? Ну, в общем-то, можно сказать, что, может быть, внушить вам какой-то магнетизм, женский магнетизм, не только сексуальность, но, наверное, еще и какую-то веселую кокетливость. Вообще ощущение себя с мужчиной, женщиной. Об этом тоже будем говорить. Потому что это на них магически буквально воздействует. Относиться к мужчинам заведомо с уважением. Потому что женщина как бы такая, хотя бы в легкой степени флирта и кокетства, она это тоже как бы подсознательно заведомо. В любом мужчине чувствует мужчину. Там не начальника или еще там какого-то там, с кем она переписывается в сети, а с мужчиной. А это уже другое поведение, это уже другая речь, это уже другие там фразы, предложения. Это она уже чувствует, если он вдруг себя не так, она обязательно переведет на ее приятную ей манеру разговора и так далее. Это я привела пример. Ну, давайте сейчас я вам задам вопрос такой. Вот вы пришли на этот тренинг. Я вам сказала, в общем, свою цель – поработать с вами технично. То есть применить все имеющиеся мои знания, умения, хорошо использовать то, что я подготовила для работы с вами. Вот. Каков же ваш настрой на этот тренинг? Что вы хотите от него получить? Будьте так любезны, красивые, молодые,
женщины, кстати говоря, о возрасте, хотела сказать одну такую фразу. Я ее, может быть, где-нибудь и попозже скажу, но могу, в принципе, и сейчас, и сразу, что в любом возрасте женщина должна настолько уважать в самой себе женщину, ну, как бы, я уважающая себя безвозрастная в возрасте красавицы, умницы и женщины. И поэтому это уже свобода. Свобода общения, это уверенность и так далее. Вот, понравилось вам? Поняли, о чем? Ну, еще разочек потом скажу. Вот, так значит, о чем? О чем мы? О том, каков же ваш настрой. Что вы хотите от этого тренинга получить, мастажинку, скажем так, к своему счастью. Создание семьи, любви. Что хотите получить от тренинга? Мне интересно посмотреть. Замечательно. Ну вот, кому-то там разобраться в отношениях, кому-то выйти замуж, кому-то стать женой, да? Вот, стать замужем, в статусе замужем, это уже совсем другое, это очень приятно. Вот, показать свои свадебные фотографии и вообще-то поделиться с подругами, правда? Вот, своим супругом. Ну, приятно, конечно, все это. Ну, вот сразу же по поводу разобраться в отношениях. По сути дела, ничего в них разбираться. Вот. И вы хотите этого человека, значит, вы, невзирая на его поведение, какие-то чувства к нему имеете. А если не имеете, то тоже что тут разбираться? Если имеете, то чувствуете себя женщиной, которая слегка кокетлива, слегка легка, слегка свободна. То есть она ведет себя так, как ей просто хочется. Соответственно, она управляет. Ну, поэтому он уже поддается. Обычно это бывает так, больше там ничего решать. Но мы вернемся к более подробному такому анализу, посвящу, наверное, какой-то вот из наших занятий, если вы захотите поговорить там о каких-то конкретных ситуациях. Итак, ну вот давайте сейчас я вам задам вопрос такой. Вот пишут «выйти замуж». Замечательно. Это в итоге тренинга. А может быть, даже и по ходу тренинга уже начнут происходить какие-то очень приятные события. Вот. Ну, а на сам тренинг настрой, в общем, в принципе, должен быть вот каким. Получить очень сильную мотивацию. Очень сильную мотивацию. То есть убедить себя, что мне любить, полюбить, согласиться стать его женой с радостью, просто очень нужно и желаем. То есть зачем мы можем усилить мотивацию? Потому что мотивация – это есть, по сути дела, наш магнит. Это то, чем мы притягиваем. Это событие счастливое, жизнь поскорее. Желание исполняется, когда есть убедительная выгода в получении. Вот, например, выгоднее любить, чем не любить. Вы согласны? Выгоднее чувствовать его любовь, заботу, ухаживание, желание о женитьбе. Чем не чувствовать этого? Ну, что еще выгоднее? Расширить сферу чувств. Расширить круг общения, его друзья, родные. Это же выгоднее, чем вот так вот скучать своим привычным кругом, правда? Потому что это жизнь, это больше ее полнота. Сейчас вот вам уже не кажется, что я уже усиливаю вашу мотивацию. Смотрите, сколько я вам картин нарисовала. Счастливых, радостных, которые вас вдохновят. Правда? Еще. Выгоднее иметь полного поддерживателя тебя во всех начинаниях и мыслях и чувствах. Правда? Ну, чем не иметь его. Перечислить далее можно и свое. Например, выгоднее с влюбленным, любимым, замужество. Почему? Что даст замужество? Объединение нас двоих. Чем лучше... Это лучше, чем я одна. Почему выгоднее-то? Ну вот примерно вот такой разговор у нас будет. А в общем-то уже на усиление, в общем-то уже идет на усиление мотивации.